Из Твери в Запорожскую область прибыл конвой с гуманитарной помощью. Это и продукты питания, и школьные наборы, и многое другое. Как известно, недавно с рабочей поездкой в этом регионе побывал губернатор Игорь Руденя. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает оказание поддержки по ряду ключевых вопросов. По каким именно, в нашем следующем материале. Тверская область оказывает городу Бердянску комплексную помощь. В том числе на днях на подшефную территорию прибыли машины с гуманитарным грузом, которые включают в себя не только продукты питания. Для детей региона направлены игровые комплексы, школьный набор, корма для животных и многое другое. Помощь не только на словах и обещаниях. Уже сегодня завезено 10 грузовиков помощи различного рода. То, что мы сейчас вместе, еще раз подтверждает, что Россия с нами. Также активизируется подготовка к предстоящей зиме. В район направлено соответствующее оборудование и материалы. Подшефный район получит гуманитарную помощь по всем направлениям, рассказал глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24». И люди очень благодарили, я хотел бы, пользуясь случаем, передать жителям Тверской области, очень благодарили за ту гуманитарную помощь. Это вот 10 большегрузных машин МЧС, которая первая партия приехала в Бердянск. И мы сказали, что это наши граждане собирали, помогали, организовывали. Там и продукты питания, там и наборы школьников 1 сентября, там и хозяйственные есть элементы. Всего в Бердянский район из Тверской области на этой неделе уже прибыло 64 тонны товаров разного назначения. В том числе это медикаменты, канцелярские товары, стройматериалы, средства бытовой химии и гигиены, спортивный инвентарь. График поставок гуманитарных грузов сформирован на несколько недель вперед.